Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи после проведенного Пхеньяном ядерного испытания. Документ, автором которого выступили США, был принят единогласно. Экономические санкции главным образом сосредоточены на ограничении экспорта угля из Северной Кореи в страны ООН. Они касаются также экспорта меди, никеля, серебра и цинка. Кроме того, резолюция постановляет всем государствам ООН приостановить научно-техническое сотрудничество с компаниями Северной Кореи, за исключением обменов в области медицины. Напомню, в сентябре КНДР испытала сразу 3 баллистических ракеты и провела 5-е с 2006 года ядерное испытание, несмотря на запрет ООН.